Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Наш сьогоднішній гість – чемпіонка України з фігурного катання на ковзанах, учасниця чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор Анна Хниченкова. Вітаю, Анна. Здравствуйте. Ви народилися у Дніпропетровську у 1994 році. Це той рік, коли тріумфувала перша українська олімпійська чемпіонка, дніпрянка Оксана Баюл. Ймовірно, от завдяки цьому успіху ваші батьки відвели вас на фігурне катання. Якщо чесно, я не думаю, що це завдяки цьому успіху. Просто мені дуже подобалось фігурне катання. Я в дитинстві дуже багато смотрела і попросила батьків, щоб вони мене відвели на фігурне катання. А, до речі, от, сам виступ Оксани Баюл ви дивилися? Так, звісно, смотрела, звісно. Можу з уверенністю сказати, що раніше було легче. В тому плані, що раніше не було таких великих требувань к елементам, не було таких строгих правил. З кожним роком вони все ужесточаються, обновляються. І зараз те, що роблять на даний момент дівчатки 13, 14, 15 років, тоді це казалось невозможним. Ну все ж таки, от, як ви вважаєте, от, завдяки чому от, Оксана Баюл досягла, ну, здобула цю перемогу? Є в неї якісь такі якості? Ну, от ви дивилися ж на виступ. Ну, я думаю, як, що... як можете оцінку свою дати? Ну, в першу чергу, потрібно завжди кататися чисто. У неї це вийшло. Вона вийшла, вона виступила, вона зробила все, що вона могла. Еще, я думаю, это в первую очередь целеустремленность, трудолюбие, которое, естественно, помогает каждому спортсмену добиться успеха. Ну и, конечно, немаловажную роль играет то, что должна быть система, должны быть тренировки регулярные, должно быть много льда. То есть это все тоже немаловажно. Но у неї був якийсь свій шарм, свій артистизм, так? Да, конечно. У каждого фигуриста и вообще спортсмена есть своя харизма. Тем более в таком виде спорта, как фигурное катание, гимнастика, балет. То есть это не только элементы, это еще и артистизм, что немаловажно. А скажіть, будь ласка, одразу обрали фігурне катання чи пробували себе в інших видах спорту? У мене просто така спортивна сім'я. Мама була гімнасткою спортивною, папа був легкоатлетом. Вот, поэтому как бы папа меня хотел больше на легкую атлетику. Но нет, я все-таки выбрала фигурное катание. В 5 лет они меня отвели. Потом мы, у нас летом были летние сборы на стадионе, и там тренировались легкоатлеты. Папа все время говорил: «Ань, ну может быть на легкую атлетику, может быть на легкую атлетику», но нет. Я категорически была против фигурное катание, и все. И больше у меня не было никаких вообще мыслей даже. Хто був вашим першим тренером? Первым тренером была Петровская Людмила Викторовна. Мы приехали на каток. У меня еще не было коньков, мне должен был привезти крестные коньки, потому что это так все сумбурно получилось. Вот. Скільки років вам було? 5. 5 лет мне было. Вот. Це, мабуть, метеор, так? Да, на метеор. Мы подошли к тренеру, нас отправили. Я, если честно, вот этот вот момент, конечно, я не помню, как это все происходило, но я помню, что нас направили к Людмиле Викторовне. Вот. Я была коньки, папа меня водил под бортиком за ручку, потому что детки уже катались, так как они пришли в сентябре месяце, а я пришла в декабре месяце. Вот. Папа меня поводил за ручку некоторое время, ну а потом я поехала сама. В принципе, как бы долго я не топала. І скільки років, коли вже самі відвідували тренування, вам було? Перший раз я дуже сильно захотіла поїхати сама. 8 років. 8 років я поїхала сама на маршрутці. А хто з тренерів, на вашу думку, от найбільший такий внесок зробив от ваше становлення як фігуристки? Я думаю, що кожен тренер давав частичку себе. Ну, это так, каждый тренер отдает частичку себя каждому спортсмену. Один тренер тебя учит просто стоять на конечках, другой тренер тебя учит уже кататься. А последующий тренер учит тебя прыгать и усовершенствовать, это, ну, усовершенствовать фигурное катание вот побольше, больше, больше. Ну, вот как-то вот так вот.
Но все-таки думаю, что большую часть все-таки сыграл Вячеслав Владимирович. Это тот тренер, с которым я ездила на Олимпийские игры. Вячеслав Ткаченко. Да, Вячеслав Ткаченко. Мы с ним работаем уже 13 лет вместе. Вот. И он мне, можно так сказать, стал как уже второй папа. То есть у нас с ним очень хорошие отношения, мы с ним общаемся, и до сих пор мы с ним работаем на одном льду. Он мне помогает, где-то даже я ему иногда помогаю. Вот. Поэтому у нас теперь как бы такие, мы теперь как коллеги. А спочатку ви виступали у парному катанні. Напевно, от саме тренер визначив, що в цій дисципліні вам буде краще виступати. Да, я тогда каталась в одиночном катании у Ферафонтовой Елены Петровны. Подошел Вячеслав Владимирович, спросил, не хотим ли мы перейти в парное катание. Родители, в принципе, были не против, и вот так вот как-то получилось, что из двух одиночников, это Сергей Кульбач, я получилась спортивная пара. Ну, от ви виступали з Сергієм Кульбачем, а потім поїхали до Угорщини, де склали пару разом з Марком Мадьяром. От розкажіть, будь ласка, про цей період. Да, мы с родителями поехали в Венгрию, в Будапеште это было. Попробовали, покатались, были хорошие условия для тренировок, для жизни, в принципе. Потом приехал Ткаченко Вячеслав и... А от чого перейшли від Сергія Кульбача? Ну, не було результатів? Нет, дело в том, что не то чтобы результатов, просто... Я думаю, что, скорее всего, не сошлись характерами. У нас сложные были отношения между друг другом, мы с ним часто ругались, а это в паре, можно так сказать, непозволительно. Вот. У него, как бы, я думаю, что это просто несовместимость характеров, ну и все. І от про період з Марком Мадьяром, чого вдалося досягти, як взагалі проходили тренування в Угорщині, сподобалося вам там тренуватися, виступати, жити? На самом деле мне понравилось. Я очень благодарна своим родителям, то, что они мне дали такую возможность. То, что они меня все-таки повезли, и я рада, что так все получилось. С Марком было все намного проще. Он был такой спокойный, у него характер не конфликтный абсолютно, вот. Но было тяжело в том плане, что далеко родители, далеко семья, я одна. Да, был Вячеслав Владимирович, но все-таки в 14 лет уехать от мамы и от родных, это было очень сложно, вот это было самое сложное. Но мне настолько нравилось кататься, что я была готова идти на эти жертвы. А от рівень фігурного катання в Угорщині, рівень спортивних баз, якщо порівняти з Україною? Я думаю, що, в принципі, на одному рівні. Але все-таки в Будапешті було два катка. У нас стандартний тільки один. І цього дуже мало, тому що хокей і фігуристи, вони ділять цей льод і... И тем мало, и нам мало. То есть вот как бы сейчас проблема больше в этом. А там... финансирование в Угорщине на каком уровне? Меня финансировали родители моего партнера. То есть там особо финансирование тоже нет. Спортсменов не финансирует? Нет, не знаю, как сейчас, но на тот момент было вот так. У 2011 році на юніорському чемпіонаті світу у Південній Кореї ваша пара була 13-ю. Саме після цих змагань, от ви розсталися, до речі, з партнером, повернулися до свого колишнього тренера, переїхали, повернулися назад у Дніпропетровськ і перейшли в одиночну категорію. Назвіть причини от вашого вибору. Після чемпіонату світу ми приїхали в Будапешт. Я видела, что Марк не очень хорошо себя чувствует. Как бы они сказали, что сейчас на данный момент по состоянию здоровья Марка, как оказалось, потом у него обнаружили опухоль в коре головного мозга, под корой головного мозга. Вот. И они сказали, что покамест они не будут кататься. Оставаться там
У нас не было таких финансов. А как сейчас справа вашего колишнего партнера? Слава Богу, сейчас все в порядке. Ему сделали операцию. Спортом не занимается? Он занимается спортом, да. Он занимается спортом, он катается. Он даже, я его видела в Оберсдорфе в 2018 году. Когда, в 2017, когда добывала лицензию на Олимпийские игры. Он тоже там был с новой партнершей. Вот. Но, к сожалению, у них не получилось получить эту лицензию, потому что там была очень большая конкуренция. Вот. Но сейчас, на данный момент, он тоже, я видела недавно, что он катается, продолжает кататься, и со здоровьем, слава Богу, у него сейчас все в порядке. А вы решили залишити парное катание? Да, я решила все-таки оставить парное катание, потому что мне хотелось отвечать самой за себя. Тяжело, когда один партнер не делает, один делает. Все равно, если один кто-то не сделал, все равно не засчитывается. Мне с этим было очень сложно смириться, поэтому я все-таки выбрала одиночное катание. Там, где человек отвечает сам за себя. В одиночці ви спочатку також виступали от в юніорській категорії, потім і серед дорослих, і паралельно теж. Якими навиками треба володіти фігуристці, щоб боротися за титули? Я думаю, в первую очередь, это упорство. Это упорство, это трудолюбие, это целеустремленность, как я уже говорила ранее. Плюс обязательно должна быть база. База там, где должен тренироваться спортсмен. Чего, к сожалению, сейчас на данный момент у нас и не хватает. Мало льдов, мало спортзалов. Из-за этого вот у нас сейчас вот такая вот плачевная ситуация в фигурном катании. Ви не так багато тріумфували у своїй кар'єрі. Давайте пригадаємо вашу кожну перемогу. От у 2009-му ви були чемпіонкою Угорщини у парному катанні. Було? Да, було, но до этого ми ще з Сергієм Кульбичем виігрували юніорські чемпіонати України, і на взрослих чемпіонатах України ми займали серебряні місця. У 2012-му виграли юніорський чемпіонат України, це вже в одиночці. Да, так, це я вже в одиночному катанні виграла. І це був, мабуть, перший успіх в одиночці. Ну да, 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 это был первый успех, и это было море эмоций. Ну, это те ощущения, которые хочет испытать каждый спортсмен, то, к чему он стремится. Встать на пьедестал и получить золотую медаль. Ну, до речі, це вам вже більше вдавалося в одиночці. Вже у 2012-му ви почали змагатися і серед дорослих. І спочатку були бронзові двічі нагороди, потім срібні медалі двічі. Нарешті, у 2016-му да, в 2016-му. Стали чемпіонкою України, от, да. Вже серед дорослих, які почуття були після завоювання цих нагород? Это были непередаваемые чувства. Я так не радовалась ничему в жизни. Второй раз я так обрадовалась, когда приехала на Олимпиаду. Вот. Ну, когда ты стоишь на пьедестале, ты на первом месте, ты знаешь, что ты лучше всех. Ну, не знаю, это непередаваемые чувства такие. Ви учасниця трьох чемпіонатів Європи, двох чемпіонатів світу, багатьох відкритих міжнародних турнірів, змагань, етапів Кубка світу. Але, ймовірно, особливе місце посідають зимові Олімпійські ігри 2018 року у корейському П'йончхані. От, будь ласка, пригадайте, як проходив відбір. Ну и потом уже, как вы готовились и выступали? Отбор на Олимпийские игры осуществлялся в два этапа. На предыдущем чемпионате мира, там, где, к сожалению, у меня не получилось добыть лицензию. Но потом был второй шанс, это в Оберсдорфе. Там было 7 мест. Вот. И там уже получилось у меня откатать свою программу более или менее хорошо. Вот. И там я добыла лицензию на Олимпиаду. На Олимпиаду мы приехали в начале февраля. Выступали мы практически в конце. То есть мы там были 3 недели.
Конечно, шок с первого момента прибытия в аэропорт. Отдельные все проходы, стоечки, паспортные контроли, все отдельно для олимпийцев. Отдельные все проходы, то есть там за багажом. Тебя все провожают, там все фотографируются с тобой. Ты просто чувствуешь себя как суперстар. Вот. Потом приехали мы уже в деревню. Приехали мы поздно вечером, ничего не было видно. С утра, конечно, проснулись, идем в столовую, так называемую. Ну, как бы это было больше похоже на столовую. Такой большой, огромный шатер. Я не знаю, метров 100-150 в длину. Там был большой-большой выбор еды. То есть, как бы никто голодным не остался. Даже был Макдональдс. Это был шок. Для спортсменов. Для спортсменов, да. Конечно, там в основном питались мужчины, потому что девочкам надо беречь фигуру. Конечно, очень было интересно. Очень было много разных мероприятий, как поднятие флага, сборище команд. Постоянно каждый день какие-то были конкурсы, подарки. Ну, очень-очень много было эмоций. Очень много было эмоций. Как бы это... Ну, это не сравнить ни с одними соревнованиями. Це, до речі, не заважало сконцентруватися? Вот, да, я вот к этому я и вела. Да, вот к этому я как раз и вела. От того, что столько много эмоций, столько много все-таки переживаний, ты в центре внимания. Постоянно все на тебя смотрят, все хотят с тобой сфотографироваться. И неважно, ты спортсмен высокого класса или более такого, как бы пониже. То есть... все равно все на тебя смотрели, как на, я не знаю, как на инопланетянина. Пришло время соревнований. Конечно, уже мы подустали, потому что 3 недели в таком ритме ежедневном, это очень тяжело. Ты эмоционально устаешь, не так как физически, как более эмоционально. Я думаю, что, скорее всего, из-за этого у меня не получилось до конца собраться на короткую программу. Вот. Ну, все ж таки, саме те, що ви поїхали на Олімпійські ігри, це вже, мабуть, для нашого українського фігурного катання це успіх. Так, усього 4 спортсмени були, представляли Україну у фігурному катанні на. Да, да, это была танцевальная пара, это была танцевальная пара, это было одиночное катание у мужчин и одиночное катание у женщин. К сожалению, спортивной пары у нас на тот момент не было, которая могла бы поехать. Ну вот, как-то вот так. От, окрім вишезгаданих міжнародних стартів, які змагання запам'ятались? От, розкажіть, будь ласка, про турнір Ice Star, в якому ви посіли перше місце. Да, це теж одні з них. Это тоже одни из международных соревнований. Они проходили в Минске, в Беларуси. Там было не так много спортсменов, но все равно это были международные соревнования. Я хорошо откатала свои программы, чем и как бы завоевала первое место. Если честно, я не помню, в каком это году было. По-моему, или в 2016. По-моему, в 2016. Я, честно, сейчас уже и не вспомню. Просто так много было соревнований. Конечно, это соревнования в Оберстдорфе, там, где я получила лицензию. Еще очень мне запомнились соревнования в Бостоне. Это был чемпионат мира. Это был просто взрыв эмоций, это безумно приветливые люди, чего я, кстати, можно сказать, не ожидала. Все поддерживали, ну, там очень мне понравилось. Я там хорошо, в принципе, откатала тоже свои программы. В первую очередь соревнования запоминаются больше всего чем? Твоими прокатами. Если ты собрался, если ты откатал хорошо программу, тогда, конечно же, от соревнований ты получаешь массу удовольствия. Если ты откатываешь программу, ну, можно сказать, не очень хорошо, то, конечно, ты уже расстроен и особо не будешь вспоминать этот момент. И давайте поговорим, чем занимаетесь сейчас. Вот сейчас продолжаете выступать? Нет, сейчас я уже не выступаю. Я сейчас перешла на тренерскую деятельность. У меня группа детей. То есть полностью сконцентрировалась на тренерской работе? Да, да, да. Теперь я хочу передать свой опыт младшему поколению. Я думаю, что опыт у меня за плечами достаточно большой. И я смогу их много чему научить.
І ви зараз тренер якої спортивної школи? Розкажіть, будь ласка, де ви тренуєте? Тренірую я на льодовій арені. Це дитяча юношеська школа. Зимових видів спорту, так. Да. Там... Це в молодіжному парку біля Червоного. Так, да, 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 це на Красному камні. Ну, у нас не так взагалі багато льодових арен. Так, так, так. Називається льодова арена. Не знаю, що ще сказати. А от розкажіть, будь ласка, у вас от таке, ну, от є от таке чітке бажання от стати дійсно професійним тренером? І от зараз ви кажете, виховуєте малечу, яка робить перші кроки, так, у спорті? Ну, у мене вже є дітки, які вже катаються кілька років. Тобто, ну, вже є більш старші діти. 6, 7, 8, 9 років. Ну, різного віку дітки. А плануєте потім стати професійним таким тренером, вже виступати, да, конечно, на змаганнях? Так, звісно, звісно. Дуже хочеться стати професіональним тренером, дуже хочеться навчити діток кататися. І кататися не просто добре, а краще всіх. Дуже хочеться воспитати спортсменів мирового класу, так як це зробив мій тренер. Хочеться дуже поїхати зі своїми спортсменами на такі соревновання, як їздила я на чемпіонати Європи, світу. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому і Олімпіаду. От розкажіть, будь ласка, от країни, де фігурне катання міцно тримається на ногах і потужно розвивається. От ви були в багатьох країнах. От які країни, на вашу думку, от саме більш за всіх інших розвивають фігурне катання? Я думаю, що в першу чергу це Америка, це Японія, Китай і Росія. Вот, это четыре страны, которые больше всего вкладывают, больше всего у них больших спортсменов высокого уровня, которые занимают первые места. Я думаю, что вот эти. Ну, вони як фінансують спортсменів або вони будують бази? Это и одно, и другое. Они финансируют очень хорошо спортсменов. Спортсмены ни в чем не нуждаются. У них есть все, чего, что им только нужно. За рахунок державы або за рахунок спонсоров? Я думаю, что за рахунок державы. Не думаю, я уверена, что за рахунок державы. А от на вашу думку, головні проблеми у нас в Україні, в фігурному катанні України, і взагалі, чи можливо їх вирішити, як це зробити? В першу чергу, це недостаток льодових арен. Даже взять у нас Днепропетровске. Одна ледовая арена, стандартный лед, тот, который всегда на всех мировых соревнованиях. То есть должен быть определенный стандарт льда. Должен быть зал, то есть которого, к сожалению, у нас есть зал, но он очень маленький. И несколько групп там теснятся, и этого очень мало. А він на льдовой арене зал? Да, он на льдовой арене. Он находится на льдовой арене, но, опять же, это очень большой... Дуже маленькая кімната там, так? Очень, да, очень маленькая комната, и там очень холодно. Детки часто болеют из-за того, что холодно. К сожалению, я не знаю, почему так, потому что я была за границей, я видела такие ледовые дворцы, и там не было так холодно. А от, на вашу думку, чи взагалі можливо от повернення українців на от ті позиції от 90-х років, коли там Петренко завоював медалі, та ж Баюл завоювала, і інші наші спортсмени завоювали, зараз важче, зараз ми ну, вже на відстань відійшли від призових місць. Да, ми вже можливо очень... взагалі це повернутися і отримувати призові місця? Фігурне катання дуже виросло за ці роки, шагнуло вперед огромними шагами. Зараз, на даний момент, найбільша проблема в тому, що нет хорошей тренировочной бази. Є тренери, у них есть желание тренировать, они могут, и они это делают. Но в связи с тем, что у нас нет достаточного количества льда, достаточного количества зала, даже того же тренажерного зала, там, где нужны тренажеры, это все, этого всего не хватает. Поэтому, я думаю, в первую очередь из-за этого, из-за недостатка вот этих вот всех перечисленных позиций, то есть вот из-за этого и нет сейчас возможности воспитывать тех, того уровня спортсменов, которых бы нам хотелось.
И, конечно же, это в первую очередь финансирование, потому что иногда бывают такие моменты, когда ребенок талантлив, у ребенка получается, но у родителей нет таких финансов, чтобы оплачивать ему тренировки, например, там, поездки на соревнования, я уже не говорю за границу. Вот. То есть сейчас, на данный момент, если у родителей есть финансы, то тогда ребенок будет ездить. Если у родителей нет финансов, то тогда ребенок не будет ездить. И уже никого не касается, талантливый он или не талантливый. Вот. І все ж таки бажаємо вам тренувати дітей, досягати результатів. І в свою чергу, от що б ви побажали юним спортсменам, які тільки роблять перші кроки у спорті? В першу чергу, це не зупинятися, не падати духом. Упав, встав, зціпив зуби і йдеш далі. Трудолюбие, цілеустремленість і завжди перед собою потрібно ставити ціль. Якщо ты поставишь перед собой цель, то ты к ней обязательно придешь. Так как я это сделала. Я поставила перед собой цель попасть на Олимпийские игры, я на них попала. Дякую, Анна, за те, що прийшли на програму, за щирі відповіді. І наприкінці програми наше традиційне побажання – займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення!